Я во мне ощущаю себя лаверик. Мои трусят бабери. Нахуй закон, я маверик. Мой хоми сделал робери. Ты хоми, он сейчас в камере. А помнишь, как мы слайдили? Мы слайдеры и драйверы. Мы не были блокадами, как те для моей. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова сели на проекте Mozilla Хулиплей. Это второй сервачок, все ссылочки есть какие-то в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, будет необычное видео, потому что это будет нарезка, получается, всяких веселых моментов, поездов, налетов на ВЧ и так далее. То есть это новый формат, я не знаю, понравится он вам или нет, но если на этом видео будет хорошая активность, то, конечно же, я сделаю продолжение. Сразу хочу сказать то, что данное видео сделано чисто в развлекательных целях, я не хочу никого затронуть и обидеть. Также в данном видео присутствует очень много мата, поэтому если вам меньше 16 лет, я вам не советую смотреть это видео. Ну а для тех, кто только планирует играть на проекте Mozilla Хулиплей, конечно же, есть мой промокод, пишите /mm, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Полканов. За этот промокод вы получите 350 тысяч. Я все-таки надеюсь, что вы поймете наш юмор, потому что я как бы снимал не сам, мы снимали вместе с пацанами, они как бы об этом не знали, поэтому я думаю, видос получился реально интересный. У меня есть еще материал на несколько серий, поэтому если вам это зайдет, то я сделаю еще дальше продолжение. Я все-таки надеюсь, что вы по достоинству оцените данный ролик. Еще раз повторяюсь, что все было снято чисто в развлекательных целях, то есть за мной повторять не нужно. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Лифон. Алло, он едет, алло, прием! Во время проведения безвара и залупного капта запрещено одевать маску. А ты где, молодой? Ты где, блядь? По мне, блядь, стреляет, это дура, блядь, убейте его нахуй. Да шо, блядь, не надо, блядь, он по мне стреляет, нахуй. Ебал я в рот эту организацию, нахуй. Все, я вышел, ебать. Сука, СВД пропала! Браво! Браво! Я сейчас Кирилл так запиздил. Бля, дун, дрочила, кончина. Машонка. Я в гриле, нахуй. Помидоры гружу. Что ты там в гриле делаешь? Помидоры загружаю из рядок, нахуй. Ладно, я на заправке, блядь. Ты, блядь, джигурда, нахуй. Да не стреляй. Пись себе домофон. Реклама, ебать. Реклама нового домофона, ебать. Да где вы, блядь? Что я как долбоёб на заправке бегаю? Ох, ебать, моя малая тут шлангу в туалете достала, ебать. Ох, ебать, она там сыт. Вы где, блядь? Вы заебали меня, сука, блядь, нахуй! Укажите другой ник, сейчас он недоступен, ебать. Шушу, ебать. Ты где? Да я еду, блядь. Ой, блядь. Вы возле его че? На рынок. Такой особый, блядь. Ты че на волнами приехал, долбоёб? Это че за скид, долбоёб? Какие трубы, блядь, на маску купили? На свои трубы, нахуй. Сука, у меня труба-то не заводится, нахуй. Ты нахуй хуяришь, блядь? Хули, я бизнесмен, блядь. У меня ТК своя есть, нахуй. Ебать, 4 птички, нахуй. Фура, блядь, Кирилл Гейн, блядь, спиздил. Блядь, у меня лагает, что, сука, блядь, в Ирландии, нахуй. Да, блядь, выйди ты с этой аптеки, нахуй. Шо, мы едем на ВЧ, ебать, че не, нахуй? Я ману трахаю. А я тебя трахаю. Блять, хули он не садится, блять. Да что ты там греешь руки, блять, сядь в машину нахуй, блять. Сука, она как она же закрылась, блять. Алло, блять, Мадагаскар, нахуй. Ебать, что ты там за робота нахуй скинул, блять. Блять. Такой откосили, блядь, или нет? Да дай проехать, блядь. Куда проехать, нахуй? Я плакать хочу. Я откатил, отходил. Хорош, блядь. Что за
Ты пуджек. А, бля, не в ту дырку попал. Ебать, это так. Я так же бывший говорил. У меня метка не работает, я детдомовец, нахуй. Блядь, что за дырка? А, им колеса, я колеса. По колесам стрелять. У меня сервак лег, пацаны. Спасибо за игру, нахуй. Ебанулся. Слава Украине, блядь. Блядь, я не там заспавнился, сука. Я предлагаю релогнуться, взять СВДшки и поехать трахать в очко. Блядь, адреналина не хватает, сука. Не хватает. У тебя его нету, блядь. Не то, что не хватает. Да что сюда, блядь? Вот эти ебаные деревья, сука. Ты десантировал. Как будто, блядь, последний раз нахуй садили, блядь. А иди, я говорю, какой нахуй, блядь. Два, три, пошел нахуй, пидор, блядь. Ух ты, ебать. Рыбу в воду и купил, ебать. Как тебе такой ломас, блядь? А у меня вообще лагает, я хуярю, а тыка попадает. Ух, ебать, там людей, вы что, ебанутые? Пацаны, помогите мне, пизда! У меня лагает, как у последней проститутки, нахуй. Блять, у меня в Украине интернет у пизда, понимаешь? Как, что перезайди, блять? Выпрыгаем! Да, блять, в открытое место, нахуй. Ебать, там возле этого ж все! Я упал прям сюда, нахуй. Что, ебанулись? А, там все его. Пацаны! Ой, блять! Ой, блять! Там их нахуя! Ой, блять! Ёбки, твою мать! Мне пизда. Мне парашют. Блин, меня убили уже. Меня убили, нахуй. Блять, меня крашнуло. Я на место выхода сейчас призываю. Ох, ебать, мне пизда. Так вы хоть сказали, что они там, блядь, я нихуя не понял. Так я упал прямо на пласт, блядь, к ним, нахуй. Там 60 человек было, блядь. Да я ебу думал так. Надо свободно чисто залетим, нахуй. Блядь, ты застрял. Долбоёб! Поехали. Блядь, ебал! Нас тут, ебать, очень много, это пизда. Ну там один, он один, по-моему. Давай залетим, залетаем. Давай, давай, давай. Да дебил. Я не знаю, кого не стреляют. Там что там взрывается уже, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, реально танк. Ебать, реально. Таков, какого меня жизнь учила. Я забежал. Нифига. Я вышел, уебок нахуй, лесной, блядь. Кого? ВЧшников? ВЧшников, ФСБ, там ФСБшников. А, это, мы уже ФСБ? Три машины приехали, да. Я там ФСБщику 4 тычки дал, короче, головничку положил. Бежим скорее. Батырева. Самый уебанский. Смотри, все ездят на поезд. Я не смогу приехать, у меня все дела. Егор Алешкин не сможет. Сейчас дела. Долбоеб это. Какие дела? Ты что, вообще что ли, дурачок? У меня сейчас дела, говорю. Сейчас приеду. Не, 50 этих тебе не хватит. Я чат офну, чтобы... А, Лё, БТР приехал, вы чё? Где? А, сзади! В упоре уже, но... Не шутя! Ебать, они ещё взорвутся, нахуй! А лучше на сдачу поеду, там... Тоже в спину заехали овощи, положили половину и все типа. Так БТР заехал, вообще никто ничего не видит, блядь. Так да, так БТР заехал, он вообще... Я на БТР человек 10 положил, нахуй. Пацаны, держите! У меня уже 10 звезд, капец. Пацаны, поднимайся. Почему одной... они дохнут сразу, я не пойму. У меня ни одной звезды нет. А почему они дохнут-то сразу, я не пойму. Мент вышел оттуда, ебать. А где все наши? А, здесь все, слава богу. Я говорю, дорогу, блядь, долбоёб, тормози! Тормози, блядь, машину, долбоёб! Так куда, блядь? Так а вы-то где были? Вы-то где? Просто за поездом стояли сзади, блядь. Ждём, пока не загрузится, я прикрываю дорогу, и мы их хуярим. Типа не положил даже. Да нам хотя бы до субы доехать. Да вы такие ени, что я худею, блядь. Ты не умничай, а ты же без колеса поедешь. Ты, блядь, не умничай, сейчас, блядь, Фому, блядь, плюса нападёшь. Вот, выезжать собирается. Всё, нападайте. Да убейте этого клоуна, блядь. Я не Кирилл, понимаю! Да ты дурак, блин. Поехали через Латкарина. Да. Через Латкарина поехали, они там не поедут. Так, точно. Давай Латкарина. Хотя что, похуй, поехали. Мы хоть будем ехать, но хотя доедем, блядь. Ну, как понял, ехать. Спёс, ебать, в окно влазит. Языком.
сына. По итогу, как оказалось, грабить КАМАЗы, точнее Уралы, запрещено в городе. Я об этом не знал, мы спрашивали до этого у администратора, он написал то, что можно грабить Уралы в городе. Но, как оказалось, на самом деле нельзя, поэтому получилось недопонимание, и в итоге я получил наказание в виде Тимаргана за НРП. Не повторяйте моих ошибок. Ну что ж, дамы и господа, вот вы посмотрели материал, который был отснят за несколько дней. Я вам показал, чем мы просто занимаемся, как бы, что мы делаем, как мы угораем там и так далее. Я не знаю, поняли вы наш юмор или нет. Еще раз я вам напомню то, что все было снято исключительно в развлекательном контенте, то есть никого обидеть, затронуть мы как бы не хотели. Если вы хотите видеть продолжение, то конечно же покажите на этом видео очень хорошую активность, давайте хотя бы постараемся набрать 150 лайков. Повторюсь, у меня материала как бы много, есть еще интересные моменты, даже лучше, чем эти, поэтому если вы хотите, я вам это все покажу. По сути, это как бы такая, знаете, новая рубрика, возможно, будет, если, повторюсь, это вам понравится, как бы нарезочки просто такие интересные. Честно, я не знаю, как назвать данную рубрику, потому что, ну, в последнее время я активно хожу на поезда, на ВЧ там и так далее, то есть, как бы, занимаюсь, так сказать, криминалом. То есть, я состою в чеченской мафии, вам тоже советую туда идти, там очень хороший коллектив, много пацанов нормальных. Ну что ж, дамы и господа, я буду заканчивать данное видео. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, приходите ко мне на второй сервачок, буду всех ждать, я вас смогу принять в семью, в компанию, то есть, будет реально все красиво. Чем смогу, тем помогу. Всем пока-пока.